Реальность, я думаю. Почему? А потому что со мной такое происходило. Конечно, существует. То есть этим не поспоришь? Нет, по-любому. Конечно, верю. Ну, потому что надо, это какое-то волшебство, любое с первого взгляда, надо в это верить. А вы? Да, я тоже верю. Может быть, в вашей жизни такое было? Или вы мечтаете, что так? Я мечтаю, чтобы так случилось. Да, еще не было, но все будет. Мы надеемся. Всем жителям области я желаю найти свою любовь, тем, кто ее не встретил. И если встретили, то беречь ее, дорожить ею. Либо нравится человек изначально, либо он нет. Также и любовь. Я считаю то, что любовь с первого взгляда – это невозможно. Хотя, потому что если ты влюбился с первого взгляда, то может понравиться только внешность человека, а это не самое главное. Вот, но это мое мнение. Верю. Ну, потому что так бывает иногда. Любовь с первого взгляда, ну да, возможно. Если девушка зацепит чем-то, почему нет? Ну, вообще, любовь абстрактна, да, такое понятие. И сказать, что я прям влюбился, да, вот ну, так сложно сказать. Сказать, что да, понравилась девочка сходу, да, было такое. Но чтобы там влюбился, сложно. Ну, я думаю, существует, но хотя, в принципе, для каждого человека это свое. Кто-то, у кого-то это было, тот говорит, что существует, такого не было, но так не было, так не было. И нет его. Существует. Ну, я не знаю, почему, как объяснить. Почему существует? Наверное, это реальность, но в определенной степени для каждого отдельно взятого человека это у кого-то это может быть, у кого-то не может. Это, наверное, зависит не только от состояния души, от характера, от всех многих факторов. Спасибо. Ой, я думаю, это реальность. Потому что я тоже люблю их с первого взгляда. Реальность в детстве, а миф, когда уже взрослым становишься. Реальность, потому что у меня была любовь с первого взгляда. Любовь дарит, наверное, гармонию в душе, когда ты понимаешь, что все хорошо, что солнышко светит, все счастливы. Вот. Я хочу пожелать вам встретить свою любовь, естественно, найти того человека, который будет ценить вас, которого вы будете ценить, любить, уважать, вот, и прожить с ним долгую жизнь. Всем желаю взаимной любви. Просто любите и будьте любимыми.